Депутаты парламента Казахстана предложили закрыть сайты, призывающие подростков к нетрадиционным сексуальным отношениям. Телевидение, компьютеры и интернет объявили врагами казахстанских детей. По данным парламентариев, в стране более 5% подростков до 14 лет уже имеют сексуальный опыт. Депутаты одобрили в первом чтении законопроекта о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Подробности расскажет Бауржан Шаяхмет. В Мажилисе вспомнили про законопроект, который пролежал на полках Нижней палаты парламента несколько лет. По планам депутатов, он должен защитить детей от телевидения, которое показывает сцены насилия и кровь, от компьютерных игр, в которых убийство – обычное явление, и от интернета, буквально кишащего порнографией. Недавно мы обнаружили, что сайт «Ахтубегау», по-моему, открыто призывал детей к нетрадиционным сексуальным связям. Мы написали письмо в прокуратуру. Они ответили, только перед этим заседанием я читал, что они сейчас изучают работу этого сайта. Законопроект дает возможность провести экспертизу всей аудио, видео и печатной продукции страны, а также интернет-сайты. Не исключено, что содержимое всемирной паутины вновь подвергнется жесткой фильтрации. Таким образом, депутаты разработали законопроект, призванный защитить казахстанских детей от телевидения, компьютера и гаджетов, являющихся, по их мнению, главными врагами подрастающего поколения. По данным движения здорового образа жизни Казахстана, 5-6% из всех подростков до 14 лет уже имеют сексуальный опыт. Но если от компьютерных игр и телевидения детей еще как-то можно оградить, то что делать с интернетом и спутниковым телевидением, депутаты не знают. Ведь сайты с порнографией, так же как и владельцы спутникового телевидения, зарегистрированы за границей, и отечественные чиновники повлиять на них не могут. Бауржан Шаяхмет, Ганизат Оспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.